Региональный конкурс исследовательских работ имени Вернадского проходит в Сочи в третий раз. В этом году в научном форуме приняли участие более 200 юных ученых со всего Краснодарского края. Конкурс имени Вернадского – это образовательный проект, поэтому оргкомитет не ставил задачу отбора лучших на предварительном этапе. Основная задача – работа со всеми, кто хочет посвятить себя научным исследованиям. Сочинская конференция – одна из 25, которые проходят у нас в регионах России. В Сочи традиционно очень широкое и разнообразие, и качество работы, потому что очень хорошо работают руководители, школьные учителя. После торжественного открытия – стендовая защита проектов. Одни обратились к анализу книг сочинских авторов, другие говорили о вкусовых особенностях местного чая. Дмитрий Филимонов выбрал тему весьма актуальную – брендирование города Сочи как международного курорта круглогодичного цикла. Юный исследователь разработал бренд города, предложил разукрасить улицы и дома во все цвета радуги для привлечения туристов, а еще проводить в Сочи фестиваль «Февральские окна». Это праздник цветения алычи, из которой, говорит Дима, можно готовить компот, сироп, пастилу и угощать гостей. По мнению исследователя, на курорте просто необходимо развивать событийный туризм. Наш город, поскольку получил известность все-таки за счет Олимпиады, стоит развивать эту тему, потому что наш город может получать довольно большие доходы от туристов. А Диана Самарчева и Полина Лукьянченко обратились к не менее важной теме, которая в России после Паралимпиады зазвучала по-новому.